Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас необычный влог. Влог из Москвы. Я еду в столицу нашей родины, где у меня будут всякие творческие, дружеские, семейные приключения. И если вам интересно, что же меня ждет, продолжайте смотреть. Это нетипичный для меня формат, но я решила пробовать новый, тем более в ближайшее время скоро нас ожидают некоторые перемены, и это неизбежно отразится на моем канале. Из Нижнего Новгорода едет какой-то очень красивый сапсан. Смотрите, такая коричневая обивка, такое все интересненькое. Сапсан такой, знаете, музыкантскими словами говоря, ламповый. Так, смотрим, что здесь есть назад. Здесь очень популярные позиции. Мамина тарелка, папина тарелка. Да, мамин завтрак, папин завтрак. Зацените размер. И вот как это выглядит. На самом деле. Вот так вот. Полно всяких омлетов, каш, тостов, блинчиков, сырники. Цены московские. Причем даже вот москвичи говорят, что больше, чем московские. Так что готовьтесь. Да, и кофе не входит. Здесь такой детский шум и гам немножко. Но есть специалисты, которые работают с детьми. А вот детский завтрак. Это наггетсы из индейки в овсяной обсыпке. Типа ПП. Так, нам принесли бутерброд с индейкой. Это булка с индейкой и сыром. Моя каша. Очень сильно захотелось каши. Здесь карамелизированный банан, голубика и овсяночка. В общем, мы, конечно, разбаловались питерским гастрономическим разнообразием. Здесь этот скрэмбл на папин и мамин завтрак стоит больше 600 рублей. И при этом это, знаете, такая мешанина из порошка. И просто яичницу, например, они не делают. Это очень странно. В Москве я обязательно найду чем себя занять. У меня здесь постоянно какие-то недоделанные творческие дела. И сейчас я бегу на студию, на которой давно уже залежались мои записи недоделанные. Чуть ли не с 20-го года. Я очень надеюсь в этот раз их доделать. Правда, моим носом я не знаю, что у меня получится. Пожелайте мне удачи. Студия находится в старой музыкальной школе 18 века. Вообще так классно походить по коридорам старинного заведения, еще музыкальной направленности. Здесь прям дух витает. Вот на этой студии мы записывали рояль еще в сентябре, полтора года назад. Это рояль 18 века. На нем играла моя пианистка Настя. И сегодня, я не знаю, что я таким голосом сейчас напою, но в планах дописать кое-какие вокалы. В Москве все время вот такое состояние, слегка опухшее или не слегка. Вот берлога звукорежиссера. В общем, ничего у меня с моим носом не получилось, но я хотя бы забрала старые файлы, и теперь они у меня. Одна из целей моего приезда – это концерт в Москве. И сейчас я решила доехать до райончика, где будет проходить концерт, посмотреть площадку. И так красиво, такая старая купеческая Москва. Вот здесь сейчас пока все обедают. Да, здрасте. А вечером я здесь буду выступать. Здесь, кстати, неплохие бизнес-ланчи, раз уж мы с вами тут снимаем влог. Вот я заказала солянку и салат. Можно заказать миллион блюд за 375 рублей. А можно заказывать отдельное блюдо. Висят тут всякие афишки. Вот я вижу знакомого человека. Этот человек будет здесь выступать. Этот человек я.
лето наступил, музыканты разыгрываются. С нами сегодня даже и Аланчель. Это бывает крайне редко. Скоро будет праздник. Я предвкушаю этот праздник музыки. Все только вот так. Вот пока одна часть команды репетирует аккорды, другая часть команды, в том числе незапланированная, дурака валяется. Все, мы готовы, там уже хлопают? Мы не готовы, там хлопают, мы не готовы. Я не пойду. Ну, сейчас решил. Вот последний момент. Как хотите. Раз, два, три. Тысячи верст за спиной. И ты уже не такой, как прежде. Прошу, останься со мной. Надежда. Многого знать не дано. И даже если ничто прошу, останься со мной, надежда, надежда. Эти слова, эти слова, эти мечты. Если б не я, если б не я, если б не ты. Поехали, давайте споем вместе, хорошо? Я обычно, знаете, как люблю. Радость каждого обнять, но вот, к сожалению, не разорваться. Уже все ушли, а я тут доедаю холодный суп. Приходите в Пушкарёв, классное место, где очень вкусно. Классная музыка. Ну вот, подошла к концу моя поездка. Я не знаю, что вы из нее поняли. Очень сложно проживать насыщенные дни и это документировать. Я, как правило, делаю либо одно, либо другое. Вот я со своим ружьем. За плечами, рюкзаком, чемоданом, возвращаюсь в свой простуженный северный город. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Не забудьте подписаться. Все, видите, как сложно снимать и таскать вещи. Не забудьте подписаться на канал. Я жду вас в новых видео. Пока-пока.